Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас мода на игру «Как достать соседа». И я вернулся! Да, я вернулся, ребята. Наконец-то домой и могу вновь радовать вас роликами с игр. Короче, раз уж так много прошло времени, я решил, а давайте сразу моды на «Как достать соседа». А, наверное, уже в следующем видео будут моды на «Хлоунеймер». Тут один чувак одного мода так не уже ждет, не дождется. И, короче, сегодняшний мод называется «Как достать фюрера». Да, вы видите, что мод такой. Я долго не знал, стоит ли снимать этот мод, ибо он очень даже связан с Великой Отечественной войной. Но вот я зачитаю текст. Внимание, сюжет этого мода не имеет никакого отношения к реальным событиям Второй мировой войны и не ставит целью исказить историю. Мод сделан по мотивам популярных роликов YouTube в жанре Hitler Runs Parodies. В основном это ролики с отрывками из фильма «Бункер» в оригинале Der Untergang или Downfall, в которых на гневные речи Гитлера наложены смешные недофоткал. За основу взяты ролики из YouTube, где Фегелин фигурировал как главный герой, а Гитлер, соответственно, как главная жертва главного героя. Сам мод в основном графический, перерисованный спрайты Вуди и соседа и так далее. За основу графики были использованы следующие материалы. Бла-бла-бла-бла-бла, дальше ничего интересного. В папке «Бонус» игра из той же тематики, но в жанре кликер. Такие вот, короче говоря, дела. И, кстати говоря, говорят, мод крутой. И, кстати, если у IT Алекс Анонимус меня сейчас смотрит, то я вот что еще скажу. Он на канале Эндрю Сэма под видео под про какой-то там игры про КС, не помню какой точно. Ой, какой КС? Сеги, ё-моё. Под видео про Сеги. Я там сказал, что я делаю вот такую вот игру про Марио. Я, кстати, про него вам рассказывал много раз. И уже, кстати, заканчиваю, кстати, делать уже этот делюкс-версию. Я там, короче, сказал, сразу скажу, это очень стабильная такая игра. Это не как те кривые игры, что присылали нам подписчики. Я надеялся, что никто это не заметит, но один из таких, кто присылал нам игры, заметил это, тот войти Алекс Анонимус. Тысячекратно извиняюсь за это, короче. Немного лишнего я ляпнул про то, что игры кривые. Ну, так-то они на самом деле кривые. Там баги, все такое, стабилизация. Но, впрочем, да и я сам признаю. Ту игру про Марио я-то тоже, по сути, не сам сделал. Я делал через редактор уровней. По сути, я только нарисовал уровни и режимы. Но в любом случае я много проделал все равно. Ладно, с этим разобрались, поехали уже играть. Тренировочные миссии, побег из бункера. Тяжело осознавать, что ты сражался не на той стороне, поэтому не остается другого выхода, как сбежать из бункера фюрера и скрыться в подполье. Научитесь водить Фегелейна по бункеру, путешествовать между комнатами и этажами, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И, кстати говоря, немного света надо пролить. Все вы уже знаете про такого чувака, как Shred Game Channel. Я много про него рассказывал. И вот вновь небольшой инцидентик произошел. Короче, один из моих подписчиков спросил у него... Почему он считает, что «Когда соседа» худшая игра? И знаешь, какой был ответ от него? Шар делает вид, что не замечает как гомопозывы, так и признаки сидельца в танке. Блин, этот Шред, знаете, дебил. Он не мог нормально, адекватно ответить на этот вопрос. И это при том, что это не я у него спросил. Короче, вот такой вот главный герой, кстати, выглядит очень круто. Кстати, вот этот спрайт бочки что-то мне напоминает даже, если честно.
какую-то игру. А, вспомнил! Вольфенштайн, ё-моё. Блин, слушайте, вот круто сделано, реально. В принципе, мод-то нравится. Блин, нифига ж себе. Не, слушайте, неплохо, неплохо, неплохо. Великое начинается с малого. Скрывшись в подполье, настало время приступить к разрушению планов Третьего Рейха. Перед Германом Фигелом была поставлена задача, используя последние разработки психологов, расшатать нервную систему Гитлера, деморализовать фюрера, отбить у него всякую охоту к мировому господству и таким образом свести на него, свести на нет его деятельность. Описание является отсылкой «Как достать соседа 5 из России с любовью», блин. Был, там был очень похожий текст во вступительном ролике, где рассказывается сюжет. Короче говоря, уровни да такие же, я смотрю, но полностью перерисованы график, полностью перерисованы персонажи. Полностью перерисован комод, полностью перерисованы двери. Полностью перерисован портрет. Полностью перерисована локация. Полностью перерисованы стены. Полностью изменены звуки. И это офигенно достаточно. Блин, как он ходит, странно. Блин, слушайте, это круто, мне нравится. Автор этого мода реально постарался, похоже. Да, если, конечно, Шрет узнает, что я рассказал об этом инциденте вам сегодня, он, конечно же, не на шутку опять охренеет. Но поскольку мне подписчик прислал такое, я решил пролить немного света. Не, ну неплохо. Так, давайте. Операция «Месть». Гитлер не терпит предателей. Тем более Гиммлера и Фигелейл. Блин, как у него сложно. Фигелейна, господи, как сложно прочитать это. Фюрер жаждет их либо казнить, либо ради этого требуется... Жаждет их лично казнить, и ради этого тренируется в стрельбе. Между тем Гитлер спускается в почтовый ящик, а ну пришел ли там ему донос про его врагов? Блин, ну это классно вообще, вот все продумано в этом моде. Но Гитлер не подозревает, что его заклятый враг уже рядом и вовсю стоит, строит пакости. Погнали. И кстати, вы, наверное, вы вот возможно заметили, что у меня до сих пор новогоднее оформление еще. Обычно в эти даты я уже ставлю обычное оформление, но поскольку такой вот долг, и так долго не было видео, я решил, давайте еще хотя бы парочку роликов с новогодним оформлением, раз уж не хочу, чтобы в январе было только одно видео с новогодним оформлением. Парочку видео. Блин, слушайте, вообще классно все сделано. Мне прям... Красава, Гитлер. Не, чувак, вот реально, вот автору огромнейший респект за этот мод, слушайте. Охранники, которые не двигаются даже. А чё, кстати, описание гласить будет? Собственной персоны Гитлер, да. Конечно же, я в курсе. А так это измененный уровень сюрприз ко дню рождения, конечно. Круто, круто, слушайте. Блин, круто. Это что такое? Чернила. Куда это надо? Не пойму, вот куда надо патроны эти вставлять.
где у него тут пистолет или что там надо ему? Открыть ящик. А, уже проверили. А, тьфу ты, и все, понятно. Надо было здесь это поменять. Он, оказывается, сюда ходит за оружием. Ладно, придется в следующий раз сделать такое. Ну все, теперь-то он точно офигенно постреляет. Даже с радостью на это... О, надо посмотреть, как он в шкаф залазит. Конечно же, он залазит офигенно. Давай. Давай. Красота. Так, следующий уровень. Операция гигиена. Чистота, не, чистота бывает не только расовой, но и гигиенической. Гитлер это прекрасно понимает, и ему не терпится помыться в теплой воде. Пока ванна набирается, фюрер меняет свою фуражку, слушает музыку из радиоприемника. Фигин уже тут как тут. Да. Никогда от Гитлера такого не услышишь в рассказах. Во всех этих рассказах про Гитлера ничего подобного не услышишь. Не прочитаешь. Применяет шапку, ест торт, блин, свой. А, уже проверено. А, музыку слушать, понятно. Фуражка фюрера, ну да. Короче, сделаем так, как я обычно делаю. Где тут клей или что там надо? Суперклей, да, на фуражку. А это пока не подкладываем. Ящик вместо холодильника. Блин, давайте заново, я не... лоханулся, сейчас неправильно сделал. Я забыл, я не успею бутылку уже набрать, поэтому давайте все заново. Так, мыльница, аптечка. И прям сразу начинаем. Посмотреть мусорное ведро, сразу же делаем это дело. Да, что-то похоже, я не успею. Не успею, все равно не успею. Я не помню, как я делал тогда, чтобы это успеть, может быть. В следующий раз тогда, ладно.
Слабительное, а, ясно. А, метамфетамин это, господи, не какой-то торт-то, блин. Я думал, это торт. О, понятно. Блин, вообще круто. Что такое, блин? Ха-ха, блин. Это прикол, конечно. Такого Гитлера в книгах не увидишь. И такого Гитлера в книгах не увидишь. Ну и последнее. Сломанный радиоприемник, а, понятно. Бешеный успех не покидал вас с миссии. Вы смогли дерморализовать Фюрера и разрушить планы Третьего Рейха. Прекрасно. То у нас еще один уровень остался. Операция Вундервальфля. Вундервафля. Гитлер любит инновационные технологии, ведь именно они должны приблизить Фюрера к победе. Гитлер осваивает свой роботизированный бронекостюм с четырехствольными пулеметами. Ему это чудо техники нужно, чтобы расправиться в том числе и с заклятыми врагами в лице Гиммлера и Фиглейна. Самое время Фюреру нанести ответный удар. Окей. Так, проверим, что это у нас за... Какой... А, это не балкон, это комната какая-то другая. А я не понял, какой пародирует. А, искусство требует жертв. Это измененный уровень. Искусство требует жертв. Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutnant-Armee vereinen. Здорово поговорили. Что это такое? Я не уверен, получилось ли у меня это или нет, но оно вот так брови поднимать постоянно. А это тоже надо было посмотреть. Я забыл кнопки вот эти взять. Что здесь надо сделать? По-моему, вот это. А, мина. Сейчас на взрыв посмотрим. Это будет эпично. Не, что-то какой-то слабый взрыв.
Блин, попался я. Ну ладно, на анимацию поимки посмотрим. Так, ладно, ладно. Ладно, давайте не будем перепроходить. Все же, если хотите, пройдите сами уже этот уровень, последний. Ну а так, этому моду, конечно же, я оставлю галочку. Ну вообще классный мод получился, вот вообще. Вот тут постарались, вот тут прямо изрядно постарались над модом. Все просто изменили. Ну что ж, а теперь давайте перейдем к следующему моду. Как достать соседа Решутс, называется этот мод. И давайте посмотрим, что это у нас такое. Не было отснято. Понятно. Кореш Студио, короче говоря, сделал. Еще Миш Босс у нас помог. Ну и короче, давайте-ка начнем. Посмотрим, что это у нас такое. Обучение Вуди решил переснять серии, которые не были изданы во вторых сезонах, когда соседа они не были показаны из-за разногласий в их подходе со стороны руководства. Посмотрим, что выйдет в этот раз. Пока что, в принципе, неплохо выглядит. ...2002 год. Замечательно. Меня еще тогда не было. Это тот же третий уровень, третий обучающий уровень, только с измененной внешностью. Там что-то написано, но не видно, что там написано. И что-то такое чувство, что подлагивает немного. Только время что-то не меняется на часах. Поехали, уборка. Сегодня у соседа самый обычный день. Он смотрит телевизор, потом идет пылесосить комнату, однако Вуди уже пару горячих пакостей наготове. Погнали! А, пылесосит коридор. Так. Шкаф. Разобранный шкаф из консольной версии «Как достать соседа», которую мы с вами играли. Кстати, я целых 3 прохождения делал. Возможно, в этом году или в следующем, не знаю. Я бы хотел бы ее еще раз перепройти на канале. Последнее прохождение было без лагов, но меня там не так хорошо было слышно. Хочется прям идеально все снять. А еще я планирую. Нет? А, ясно. Нет, пилить не буду пока. Нет? Долго что-то он это дело делал, конечно. Да, соус так и не пригодился, но он и сейчас, когда я телевизор. Сейчас. Это, кстати, первый случай во всей нашей такой самой рубрики, когда предмет исчез из инвентаря, когда я его не применял. Mm.
Я, короче, думаю, где-то в этом году переснять прохождение оригинального «Когда сидят соседы» и «Когда сидят соседы 2». И так назвать... И одним видео пройти все. Скажем так... «Когда сидят соседы» — полное прохождение 2023. Вот так. Как раз таки... О, слушайте, «Когда сидят соседы» же 20 лет в этом году исполняется, оригинально. Так что, наверное, самое то будет. Дед-алкоголик. Я бы не сказал, что он дед, на самом деле. Сосед устроил себе день отдыха. Он только и делает, что бухает убогое вино и проверяет счета. А вот уже тут как тут. Подсказок нет. Так. Смотрим, что у нас тут. Замечательно, сосед относится к своим вещам. Взял, выкинул на улицу. Хотя, с другой стороны, да, он сломан. Ну, может, он его не выкинул, просто отремонтировать собирается. О, штора валяется из-под ванны. Прикольно. Короче, мы видим мод на КД соседа, в котором мы пакости изменены. Переставлены. И это довольно-таки неплохая идея. Книга о пытках. Туда, наверное, надо. Ну, а что надо с пивом сделать? Да ладно, неужели он в ванну после этого идет? Да, вот я провахлил момент сейчас, конечно. Кто знал, что он от этого в ванну пойдет? Потому что нелогично как-то все-таки. Микроволновка. Блин, слушайте. Давайте заново, что-то я не то сделал. Пока что-то мне не сильно понятно, как пакости надо выполнять. Скорее всего, этот выпуск только с двумя модами будет, а не с четырьмя, потому что оба мода долгое время у нас занимают. А так, если бы я бы записывал бы в формате, как предыдущие выпуски, прошлого года, позапрошлого, позапрошлого, я бы только бы Фьюрера бы и снял. Второй мод бы и снимать даже не стал. А тут мы в любом случае как бы расширили на два мода, на два больших мода этот выпуск. А почему нельзя здесь-то? Книга о пытках. А, блин. Нет, стой, давай. Суперклей на стол, наверное, надо. Нет. Шарики. Сюда шарики. Нет. Сюда шарики. Тоже не сюда. А куда шарики-то надо? Микроволновку. Это микроволновку. О, прекрасно. Неужели в пиво шарики надо? Да ладно, вы угораете надо мной, что ли? Как такое может быть? Какие-то необычные шарики это были. Вино с шариками. То есть он выпитый шарик проглотит, что ли, или что?
Да, шарик оказался у него во рту. 99%. Может, одного образа до соточки-то не хватило. Осенние деньки. На улице Октябрь. У соседа сломалась ванна, плохо смывает воду. О, представляю я, сколько она у него там сломалась. Он набирает ее и пытается починить, пока она набирается. Вуди, это, пока она набирается, он занимается другими делами. Но наш Вуди уже тут как тут. Окей. И шкаф закрытый. Блин, давай быстрее. Хорош. И велотренажер используем. Нет. Логично. Такие шарики туда подсыпать. Землю на кофе, да. А, это гаечный ключ, куда надо? Ключ на 10. Что с ним надо делать? А, я забыл, что здесь нельзя в шкаф прятаться. А, наверное, надо на набирающуюся ванну гаечный ключ применить. Давайте попробуем. Возможно, но я не уверен. Да, правильно. Гаечный ключ это на ванну. А, ванна теперь не набирается. Да, кстати, как можете заметить, видны подвал, видны следующие этажи, но попасть на них мы не можем. А еще нету дверей в этих местах. Ну, вот здесь разве что есть дверь. Че это такое, ё-моё? Че, сейчас хлынанет у него, что ли? Ой, а почему два соседа? А почему там два соседа? Я это заметил. Даже не пытайтесь от меня это скрывать, там было два соседа. Так, короче, еще один эпизод. Ограбление. Ничего себе, блин. Сосед уехал к своей маме отдать подарки на день матери. Пока его нет дома, Вуди решил тоже преподнести ему сюрприз, украсть все из его дома. Чтобы победить, соберите все предметы и выйдите. Давайте попробуем. А я думал, что мы не в симулятор вора играем. А если я нажму на соседа, куда мне его укажут? Туда, а там его у нас нету. Давайте соберем все предметы и выйдем. Но тут нечего уже смотреть. Так, не знаю, зачем нам это, но давайте соберем. Да вернется. Пусть покатается здорово на этой фигне. А теперь давайте эту фигню заберем. Не знаю, нафиг она нам нужна. О, сосед держит голубей. Привязанного. Это нельзя. Давайте-ка его отвяжем. Так, ну и давайте вот это сделаем. Холст пока и так чист. А, блин, точно нельзя же на пустой холст это применять. Блин, слушайте, мы не в симулятор вора играем. Давайте все эти предметы разложим куда надо. И пусть сосед тут, когда придет,
Опа, навернется тут тысячу раз, блин. Все, побежали отсюда. Только растворитель заберем. Мы пакости все наделали на будущее и сбежали. Мы все-таки не в симулятор вора играем. Слышите меня? Почти все серии сезона имели бешеный успех. Какого фига мне серебро за это дали? За то, что я не стал забирать вещи и пакости наделал, не ушел? Ну ладно. Ну короче, неплохо, давайте поставим этому моду плюсик. И, кстати, фон довольно-таки интересный. Вот эта таксишка приехала к дому Вуди. Свет горит, а у соседа почему-то свет не горит. Ну ладно, короче. На сегодня все. С вас лайкосы, подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.